тема нового цикла передач «Стамбул. Культурная столица Европы 2010». И на этот раз поездка стала возможной благодаря содействию нашего Укрферри. Капитан, капитан, подчините! А необходимость поездки возникла из-за присланной информации приглашения от самого Васифа Картуна, куратора со значимым именем в мировом сообществе современного искусства. Пожалуй, кроме Саркиса, это самый известный из турецких граждан в арт-мире, лекции которого я имела честь и удовольствие слушать в Европе. Так вот, в год культурной столицы открылся возглавляемый им центр «Рампа». Интервью с Васифом Картуном и рассказ о центре в следующей передаче. Также в следующей передаче я познакомлю своих зрителей, ценителей современного искусства, с центром «Артер», тоже свежеоткрытым на самой Истикляль, прогулочной улице Стамбула, причем открывшейся с показа коллекции «Флуксуса» Рене Блока. А также в этой программе я предлагаю услышать шумы Босфора, мотора, шумы улиц и тишину музея. А также немного новую академическую музыку. Итак, целью, задачей нового цикла о Стамбуле будет показ «Стык» памятников культуры столицы Византийской и Османской империи с новейшим искусством. А посему начнем мы с внушительной аудиоинсталляции, расположившейся у самого оживленного места Спайс Базар, базара и Йени мечети подле Галатского моста через Босфор. Мэтью Ридли. Недолго побудем возле аудиоинсталляции Мэтью Ритти. Мы еще вернемся к ней позже. А теперь подойдем к музею современного искусства. Вот на полянке у входа расположились объекты. Посмотрим, как они оттеняют архитектурные памятники. И
и уже известная нам лестница Моники. Посмотрим, как экспонаты самого музея выводят за окно в пролив Золотой Рог, на берегу которого и расположился музей. В нынешней же передаче мы вновь пройдемся по музею современного искусства Стамбула «Истанбул Modern Sanat Müzesi», где обновлена основная экспозиция. Хюсейн Чалаян. В этой программе внимание будет уделено объектам и инсталляциям. И хотя сегодня плоскостному в современном искусстве не отказывают больше в праве называться им, все же мы их будем рассматривать после, вместе с фотографиями и, кстати, с замечательной подборкой видеоарта от классика Брюса Наумана до экспериментов самого Ман Рея. Серкан Üzkaya. William Kentridge. Кузгун Аджар. Эрда Аксель.